здравствуйте, друзья. Всем привет. Всем привет, Дан. Опять кулинарные изыски в нашем исполнении. Мы решили сделать блюдо для... Вот такой вот экспромт. Красивый, да. Дизайна. Решили мы сегодня себе побаловать немножко японской кухней. Шашлычками, да. Купили вот такой вот соус терияки. Ребенок тоже пусть принимает живейшее участие. Купили шпажки. Аэрогриль у нас есть. В соусе замочили предварительно овощи. Ну, это у нас остатки уже, как бы. Здесь были замочены цукини. И здесь были замочены куриные грудки. Были замочены куриные желудочки. Были замочены кусочки очень вкусного стейка из говядины, порезанные ломтиками. И были замочены сердечки. Правильно? Что еще мы используем? Маленькие помидорки чили мы используем. И маленькие перчики. Сейчас мы все это будем выкладывать. Специальные грили у нас мы купили. Вот так. Может, поперек где-то, посмотри-ка. Вот так. Да, чтобы не оценить его. Мы сейчас делаем не сразу, а у нас будет получается даже два раза придется готовить. Вот так. Черт, не войдет что-то, посмотри. Не знаю, если попробуем. Маленький, то может войти. Эксперимент никогда не готовили в аэрогриле. Мясо наверх положим, я думаю. Я вот эти маленькую положу. Давай, маленькую наверх. Мы никогда не готовили раньше. Второй этаж. Мы раньше готовили в фольге, там еще... Перпендикулярно, мне кажется, поставить надо. Вот так, В фольге еще готовили просто, рыбу делали, ну так, чтобы делаешь... Еще мясо готовы. Делать шашлычки, мы ни разу не делали. Мясо давай, это большой кусок. Сразу делаем его, Во. Еще не уйдет один? Нет. Давай, аккуратненько. Здесь не приготовятся большие. А вот так, здесь, смотри-ка. Надо и попробуй курицу положить. Курицу. Ага, во, суперенно. А третий раз мы уже сделаем это. А может нет, не попечется. Ну давай это сделаем вот что. Вот это вынесем, вот это. Вынем. Да, тогда с нижнего ряда тоже давай это самое уберем. Потому что это большая, очень... Уберу маленькую вот эту. Давай. Положу туда три. Эти три мы используем тогда второй раз. Надо, чтобы пространство не было обязательно. И крест-накрест. Да. Ну что, с Богом? Сейчас поставим. Он мы не подмехом. Да, все будет нормально. Да. И включаем. Включаемся. Детеныш тоже хочет принять участие в готовке. Сейчас. Обратите на меня внимание, говорит детеныш. Ставим на 20, и потом будем просто проверять. Вот так, ставим 20 минут, не больше. Мощность у нас 300. Поставь побольше, на 400 поставь. Да нет, 2-300 все поставим. Будем пробовать экспериментировать. На. Держи сундучок. Все. Провода сейчас подвинем. О. Ну вот, процесс пошел. Ждем, наблюдаем. И пока приготовим салат. Салат будем делать из овощей. Я купил еще ногу индюшки подкопченую. Сейчас с нее срежу ломтиками мяса. И сделаем такой вот а-ля вариант Цезаря. Прошло полчаса, и все, похоже, готово. Так, ну что, Зинка, держи, снимай, попробуем продегустировать, что получилось. Все, начать. Давай попробуем. Помидорка явно созрела. Сейчас губ. Какой вино с ним будем пить? Вот такое вино. Где купили? Мы ни разу не пробовали. Это... Трейдер Джо купили. Это магазин нам просто порекомендовали, мы там были первый раз. Сколько бутылка такая стоила? $5. $5, такая бутылочка. Обычно соломина, попробуем.